Добрый день, меня зовут Александра, и я менеджер компании RS Properties. Я рада приветствовать вас на нашем видеоканале. Свои вопросы вы можете задавать в комментариях под видео, а мы на них с удовольствием ответим. Иногда наши клиенты хотят чего-то необычного и спрашивают, а можно так, чтобы вся квартира и полностью на море смотрела? И желательно, чтобы вся инфраструктура отельная в комплексе была. Хамам, сауна, массажные комнаты, собственный пляж и ресторан. Да-да, ресторан, чтобы еду домой можно было заказать. И желательно, чтобы из квартиры и прям сразу на пляж под зонтик отдыхать. Вы спросите, а возможно ли это? Конечно, возможно. И сегодня я рада представить вам самый долгожданный проект этого года. Смотрим. Готовый жилой комплекс расположен у самой кромки Лазурного берега Средиземного моря. Имеет уникальный участок земли с собственным переходом на бесплатный оборудованный пляж. На территории комплекса есть вся инфраструктура, которая с легкостью составит конкуренцию многим отелям курорта. Этот проект можно по праву считать топовым проектом всего побережья. А теперь давайте обо всем подробнее. Сейчас мы с вами находимся в гостевой зоне этого комплекса, зона лобби. Здесь работает бесплатный Wi-Fi, есть телевизор. Вы можете сюда спуститься с ноутбуком и поработать. Или пригласить гостей, которых в квартиру, например, приглашать не хочется. А такое тоже бывает. Еще одним очень приятным моментом этого комплекса является VIP-сервис, который предоставляется на русском языке. Приезжая на отдых, вы можете спуститься вниз на ресепшн и заказать себе трансфер, либо уборку в квартиру, а также проверить все свои счетчики воды и электричества. Согласитесь, приезжая на отдых, хочется отдыхать и наслаждаться морем и солнцем, а не решать все повседневные вопросы. На территории этого комплекса есть все для вашего идеального отдыха. Большой летний бассейн с аквапарком, ресторан, где вы сможете спуститься поужинать или заказать еду к себе в квартиру. Также есть подземный переход из комплекса прямо на собственный оборудованный пляж с бесплатными зонтиками и шезлонгами. Также есть прекрасная спа-зона с турецким хамамом, сауной, массажными комнатами. Еще у комплекса есть крытый автопаркинг. Отдыхать или жить здесь будет одно удовольствие. Из собственной квартиры на лифте вы можете спуститься в релакс-зону. Здесь находятся деревянные шезлонги, релаксирующий фонтан, и отсюда имеются выходы в сауну, в паровую и, конечно же, турецкую баню. А сейчас мы с вами в святая святых этого комплекса – спа-зоны, турецкий хамам. Для многих туристов это стало прекрасной традицией. Все здесь выполнено из натурального камня, а рисунки нанесены вручную. Помимо общей зоны, где мы сейчас находимся, также есть две отдельные комнаты, где вы можете уединиться и заказать себе пилинг. И, конечно же, зимний отдых намного приятнее, когда в комплексе есть крытый бассейн с подогревом. Хочу обратить ваше внимание, подогревается не только вода, но также и весь пол по периметру, а это придаст вам дополнительный комфорт. Территория комплекса хоть и небольшая, но очень-очень грамотно спроектирована. Буквально каждый кусочек здесь использован с толком. Сейчас мы находимся с вами на теннисном корте. И, кстати, он расположен на крыше крытого бассейна. В ликвидности этого предложения сомневаться не приходится. На этапе строительства, когда здесь было все только залито бетоном, мы ходили, выбирали квартиры планировкой 1 плюс 1, 2 плюс 1. И большинство людей рассматривали, естественно, для сдачи в аренду, либо для дальнейшей перепродажи в качестве инвестиций. Безусловно, проекты на этапе строительства являются интересной инвестицией. Но когда люди пришли и увидели вживую этот комплекс, когда были на открытии, увидели вживую, как работает инфраструктура, как выглядит их квартиры, большинство из них приняли решение, что такую квартиру оставить стоит только для себя любимых.
Квартиры в этом комплексе имеют планировку 1 плюс 1, 2 плюс 1, двухуровневые пентхаусы, 3 и 4 плюс 1. Но уникальной особенностью именно этого проекта является интересное расположение квартир. Они все немного развернуты к морю. Из балкона практически каждой квартиры открывается вид на Лазурный берег. А с фронтальных квартир вы будете любоваться безграничным лазурным синим морем и собственной гостиной комнаты. И этот вид у вас никогда не будет закрыт. Сейчас мы с вами находимся в хозяйской спальной комнате. Эта квартира имеет планировку 2 плюс 1, что означает 2 спальных комнаты, гостиная, совмещенная с кухней, 2 санузла и 1 балкон. В этой комнате есть собственный санузел, выход на балкон. Как вы видите, здесь с легкостью размещается двухспальная кровать, есть место для платяного шкафа, также можно разместить трюмо и прикроватные тумбочки. Сейчас мы с вами находимся в гостевой комнате. Как вы видите, здесь помещаются 2 односпальные кровати, или по собственному желанию вы можете установить сюда 1 двухспальную кровать. Также здесь есть место для большого платяного шкафа. Стоимость квартиры уже входит полностью вся чистовая отделка, освещение, встроенные шкафы на кухне, в ванной комнате, в коридорах. Также на окнах есть электрические рольставни, ну а мебель вы уже можете установить по собственному вкусу. Рассказывать о том, что комплекс уникальный, а Алания бесконечно прекрасная, о том, что море лазурное и теплое, можно бесконечно. Но я вас приглашаю увидеть все это своими глазами. На нашем сайте resproperty.ru вы можете заказать ознакомительный тур и уже завтра быть в теплой Турции, вместе с нами смотреть объекты недвижимости. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, и вы всегда будете в курсе всех новостей. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Пока-пока!